Всем привет, ребят. 3 года я катаюсь на своей Альке. Решил обслужить, посмотреть, что там происходит с моторчиком печки. Сначала нам нужно было скинуть бардачок. Так, тут внизу вот клипсы. Мне все-таки стало интересно, то что хрен узнает, сколько до меня там катались на ней. Так, что тут у нас надо? Так, головочку на 8, можно отверток или отвертку. Так, придется тут планку тоже скидывать. Ладно, сейчас все скинем. Так, убираем эту планку нафиг. Отводик его тоже скидываем. Ну, в принципе, все тут. Раз, два, три саморезика. Можно головочкой, повторюсь. Так, здесь-то я подлез. Открутить. Здесь вот у нас есть... Блин, тут лампочка светит. Вот эту вот часть нужно скинуть и открутить один болтик с панели. Так, ключик на 10. Короче, ребята, тут. Короче, откручиваем вот здесь. Так вот оттягиваем, и моторчик сам у нас вываливается. Вот так вот выглядит у нас моторчик печки. Так, ключик на 8, откручиваем. Все, мы ее скинули. Так. Ну, здесь сзади еще саморезик. Его тоже надо открутить. Не знаю, попробую, пойду его в тиски вот здесь вот зажму и просто его сдерну. Все, вот так вот он, в общем, просто вытаскивается оттуда. Там плотненько, хорошо так сидит. Кожух. Этот вот выковыриваем аккуратненько отверточкой. Здесь стопорное колечко. Скидываем ее в сторонку. Под ней шайбочка. Берем молоточек. И, естественно, бьем по нормальной отвертке молотком. Хреновой у меня нет. Все вот так вот поддеваем. Ну, ротор еще походит. Ничего тут страшного нет. Так, обязательно нужно что-то уронить. Да, ребят, не зря я сюда полез. Смотрите. Щеточка уже все, кранты. Одна более-менее еще походит, но вторая ей кирдык. Так, скидываем вот эти вот резинки. Далее, вот тут вот оттягиваем пружинки. Заводим их немножечко сюда вот в бок. В общем, вот так вот у нас это все выглядит. Замеряем щетки 8 миллиметров. Квадратный 8 миллиметров. Ха-ха-ха-ха. Все. Едем в магазин, короче, и покупаем наподобие что-то, какие-то щетки. Будем куребничать. Короче, взял вот такие вот щетки от УШМ. Мы знаем, что у нас здесь 8 миллиметров. Теперь нам нужно более-менее равномерно обточить здесь до 8. Сейчас возьмем машинку и наждачкой сделаем нужный размер. Вот так вот она у нас выглядит. Почти как заводская. Паз входит идеально, ребят. Просто идеально. Сильного люфта нет, но и никаких зажимов. Ничего здесь не происходит. Очень легко двигается щетка. Все, подготавливаем вторую. Ребят, короче, немного поплясав. Танцы с бубном. Моторчик не запускается. Сейчас я вам объясню, в чем проблема. В старых щетках
очень много цветного металла. То есть, если проверять щетку на сопротивление, она 0 показывает. А графитные щетки сюда не идут. Связываю, сейчас я вам поясню, почему моторчик у нас не запускается. Берем прибор и на щетку. У нас на каждой щетке получается сопротивление 22 Ома. Самый в идеале это вот такая вот стартерная щетка. Но она тонкая. В нее вот смотрите. То есть мы кидаем прибор. Видите, по нулям. Есть у меня еще, точнее взял вот такие вот газоновские щетки. Сейчас мы посмотрим. Прибор я с собой не брал. Ребята, они подойдут. Но, хотя в чем, везде есть свои подводные камни. Нам нужна щетка 8 на 8. Вот она у нас в ширину как раз получается 8. Тут у нас 5. Значит, что мы делаем? Сейчас разбираем щетку. И каждую щетку по миллиметру стачиваем. Испариваем их. Разбираются они элементарно. Теперь вторую. Ребят, если их в паре, в общем, получается, нужно с каждой по миллиметру снять. Но желательно с обоих сторон, чтобы у нас не выскочил вот этот вот проводочек. То есть снимаем с одной стороны полмиллиметра, с другой полмиллиметра. И на второй щетке точно так же. Потом их вот так вот вместе соединяем, впаиваем, и все у нас должно отлично работать. В общем, вот так вот это, ребят, выглядит. Максимально плотно получилось подогнать их между собой. Проверяем. Все идеально. Теперь мы их вот тут вот соединяем и припаиваем как одну щетку. Поблудили. И не забываем то, что у нас нужно теперь еще подогнать по длине. В общем, стачиваем их до нужной длины. Вот так вот у нас все это выглядит. Все щеточки аккуратно обработаны. Все, припаиваемся и собираем. Тянем так немножко без фанатизма. Ну что, ребят, идем ставить. Собираем все в обратной последовательности. Сначала ставим моторчик. Потом не забываем прикрутить вот тут сбоку гаечку на 10. Обязательно не забываем поставить фишку, поставить воздушный отвод. Так, все здесь подключили. Остается вот эта вот верхняя планка, тут ее не перепутаешь. С наружной стороны у нее написано up, вверх. Все, закручиваем оставшиеся 4 саморезика. Ребят, я еще пока не проверял, но я уверен, что все теперь работает. Так как мы ничего там такого не нарушили, в принципе, получились немного, конечно, танцы с бубном, но теперь буду знать, и вы также, щетки из графита не подходят. Сюда нужны щетки только металлосодержащие. А с теми щетками даже и моторчик вообще ни разу не дернулся. Вот, сейчас никуда не буду даже переходить. Сейчас включим ключик. Ну, сейчас немного гудит, то было вообще его не слышно. Но это из-за щеток, звук щеток. Они встанут на свое место и будет все отлично работать. Просто нужно погонять его. Так, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока.